У вас есть программа Яндекс.Диск. Заходим сюда. У вас либо в недавних она будет показана, либо в Яндекс.Диске ваше фото. Все, если она вылетела, то нужно будет просто зайти. Пароль и логин у вас есть в чате. Заходим в Яндекс.Диск изначально, заходим в настройки. Здесь должна обязательно стоять галочка «Запускать программу при входе в систему». Как сделать так, чтобы у вас была автозагрузка? Вы отправили, к примеру, фотографии с Lightroom в папку в Finder. И у вас сразу она будет выгружаться в Яндекс.Диск. Для этого заходим в автозагрузки. Ставим вот здесь галочку. Все. У вас высвечивается вот здесь панелька Яндекс.Диск. И здесь у вас либо ничего нет, либо есть какая-то папка. Ваша задача просто выбрать вот этот Яндекс.Диск. Нажать на слово «Выбрать». Скачать все. Все. И вот здесь вам нужно будет потом создать папку. Сейчас объясню, как это делается. Заходим в Lightroom. Выбираем любую фотографию. Нажимаем «Экспорт». Здесь вам нужно выбрать определенную папку. «Выбрать». Выбираем «Яндекс.Диск». Фото, видео, Яндекс.Диска, нажимаем слово «Выбрать». Все. Далее. Если, к примеру, у вас две папки разные, лайнер и шаровая молния, то вам нужно будет именно выбрать шаровую молнию. Не просто фото в Яндекс.Диска, а именно шаровую молнию. Все. У вас вот в этой части указан путь. В конце пути у вас должно быть Яндекс.Диск и далее папка, которая вам нужна. Чтобы вам не заходить сюда постоянно и менять папки по датам и так далее, вы просто ставите галочку «Поместить под папку», и вот здесь просто вводите дату. Сегодня, к примеру, 15 число, поставили 15 число, нажали «Экспорт». Как удостовериться, что она попала именно в ту папку? Заходим в Finder, Яндекс.Диск, фото, видео Яндекс.Диска. Далее заходим в папку, которая у нас была создана, «Шаровая молния». Вот, у вас папка 15.05.2023 создалась. Заходим в нее, у вас все фотографии там есть, чтобы вам не запутаться. В целом все. Следующий момент. У вас всегда должна гореть иконка Яндекс.Диска на верхней панели. Вот здесь. И когда вы будете экспортировать фотографии, у вас здесь будет значок синхронизации.